Всем привет, с вами Димась. И сегодня я хочу вам сказать, что я скачал недавно игру CS 1.6 и War Thunder. Ну, многие, может быть, знают, что CS 1.6, что это за игра. Но кто не знает, я скажу, это типа войнушки, ну, там, по уровням. Играешь, а War Thunder это типа World of Tanks, ну, с танками. Только там еще плюс самолеты, вот. И еще вот мы там можем встретиться и поиграть. Наберет 3 лайка. Я буду снимать либо CS 1.6, либо War Thunder. Но я сначала сниму War Thunder, а потом CS 1.6. И что по лайкам будем ставить, вам больше понравится, то я и буду снимать. А еще я... У меня, блин, наушник отлетел. Так, вот эти наушники, у них вылетела там ушко одно. Я вставила вот такие ребятки. Я их купил в фикс-прайсе. Они стоят 39 рублей. И они вот такие тут мягенькие, вот для уш. Вот, а вот у меня же были такие и другие, ну, знаете, стандартные такие твердые, вот. А эти, они приятнее, и после твердых тех, которые у меня раньше были, у меня уши болели, это вообще... А эти, они подходят к компьютеру с разъемом и к телефону. Допустим, сейчас даже я вам это докажу. Так, где разъем? Ага, вот. Сейчас мы подключим. Вот мы видим, они прекрасно подошли. Отображается значок наушников. Так что они подходят к компьютеру. И к телефону. Правда, вот у мамы телефон. У него в некоторых телефонах только фирменные. Фирма LG. Потому что это фирма LG, а не другая вот. В ней вот эта штука. Сейчас давайте даже докажу вам. Сейчас ставлю. Вот видите, она свободная. И сейчас даже включим, проверю. Вот, видите, здесь нету показывания, что подключены наушники, вот. Так что, если у вас... Они, ну, в основном они подходят ко всем телефонам. Не волнуйтесь, всё стопудово пойдет у вас, ну, присоединяться. Честно, вот просто уже старый модель, видите, он толстый такой, ну, он 13-го года, 14 или 15, ну, не 16, ну, 15-го это нормально, а это 14-го еще года, вот. Так что, будем, пишите в комментариях, в общем, что будем записывать War Thunder. Или CS 1.6. Если вы напишите, ну, если даже вы не знаете, что это такое, просто напишите, что мне снимать из этого двух на выбор. Ну, может, сами посмотрите, потом скачайте себе, будете играть, если вы не знали эту игру. Ну, и если вам понравилось видео, поставьте лайк. А и если вы не подписаны на мой канал, конечно же, подпишитесь. А с вами был Димасик. Так, опа. И всем пока!